Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Клан Цветочниц. Сегодня короткий сюжет о том, что происходит в Мерлене. Ну, сразу скажу, вот прям анонсом, ничего не происходит. Пораньше весной было намного более интересный ассортимент, выбор. Можно было что-то посмотреть для сада. Сейчас все изменилось вообще кардинально. Да, орхидеи появились, орхидеи неплохие. И, в общем, конечно, любителям орхидей можно их прикупить, как, впрочем, и круглый год. А вот что касается садовых растений, тут все очень-очень грустно. Грустнее некуда. Смотрите, ну, петунии вот в таком виде. Не знаю, меня и так никогда не радуют особо растения в Леруа Мерлене. Нет у них условий, не следят они за этим всем. Хотя, кстати, я потрогала землю в каком-то из горшков. Земля была влажная, но то ли это нерегулярно делается, то ли это, ну, как-то делается спустя рукава, не знаю, там, то есть, ну, то растения не выглядят красивыми, хорошими, бодрыми, здоровыми, пышными, и вот купить-то их совершенно не хочется, тем более, что цена, ну, скажем так, на рынке можно купить дешевле. Ну вот видите цену, да, 488 рублей за растение, которое, в общем, ну, в удручающем состоянии находится. Конечно, если его подстричь, подкормить, оно будет цвести и все такое. Но есть ли смысл это делать? Вот есть ли смысл? Я даже не знаю, кто вообще когда-нибудь покупал в Мерлене, например, петунию. Напишите в комментариях. Я не знаю, каким ассортиментом можно соблазнить, чтобы захотелось кому-то вот это вот купить. Хотя с другой стороны, мало ли, у кого какая необходимость. Вот, но, скажем так, я никогда не видела в Мерлене новых сортов, новых интересных сортов. А вот что касается растений горшечных, да, вот они симпатичные, они прекрасно себя чувствуют, они, это те, которые круглый год тоже продаются. Вот, видимо, для них вполне нормально подходит вся вот эта вот обстановка. Влажность воздуха, температура, освещение, от многого же зависит. Ну, в общем, пока в Мерлене делать нечего. Спасибо тем, кто досмотрел этот короткий сюжет. Я вас уберегу от ненужных визитов лишних и, может быть, лишней траты денег. А с вами была Анжелика. Всем спасибо. Пока-пока.